привет всем, ребята, с вами просто Дима. Знаете, кто это? Это победитель нашего розыгрыша. Вот, Игорь, который выиграл Джеки Чана. Значит, сегодня воскресенье, он мне там вчера написал, что приедет сегодня. Вот, приехал человек забирать машину. Привет, Игорь, поздравляю тебя еще раз. Вот, подписчик, пожалуйста, выиграл машину, то есть все по-честному, сами вы все видели. Приехал сегодня за машиной, сейчас будет там передача, скажем так, документов, ключей и так далее. Поэтому, Игорь, ну давай в двух словах расскажи, людям будет интересно. Ты вообще, когда вот я тебе позвонил, твои ощущения? Ну, потерял дар речи, вообще говорить не знал даже, что ответить. Так, ну, все это розыгрыш какие-то. Ну, честно скажи, не ожидал, да? Да, не ожидал. Вот так, как я даже не знал, что какие-то утешительные призы там или что будут. Я вообще не рассчитывал на звонок. Знал, что розыгрыш, вот, говорю, 6 часов будет, да? Короче, это знак. Сейчас фортуна к тебе повернулась, так что все будет. Кстати, расскажи в двух словах людям, кто ты, ну, чем занимаешься, как, чего вообще, и там, давно ли стаж там водительский, и есть ли машина, а, ну, машина есть, я видел, приехал на Джессике, да. Ну, в двух словах. Водительский стаж 4 месяца только, правам 2 года, вот. А так, работаю строителем, вот. Наша фирма есть Биомакс, вот, там, строителем. Ну, короче, обычный парень, короче, такой же, как мы все, как половина, наверное, больше моих подписчиков, обычный парень. В принципе, ничего тут, как говорится, никакого подвоха нету. Но, так честно скажи, доволен вообще? Конечно, доволен. Даже на механизм не смотрит. Ну, еще пока не знаю, что будешь с машиной делать, да? Не, не кусь еще. Вообще надо подумать, посмотреть, как она доедет. 300 километров до Карелии, это же не близкий свет. Ну да, в принципе, дорога не маленькая. Тут ребята приехали на своей машине, там с инструментом, с ключами, с шнурком на всякий случай, потому что, ну, я сказал честно, не знаю, то есть по машине только передвижения были в пределах города, то есть на такой дальняк. Ну, 300 километров это не 1000 километров, но тем не менее, как бы машина, не сказать, что проверенная прям такая на 100%, поэтому лучше так не гони потихонечку, тем более стаж у тебя там небольшой водительский, так потихонечку скажу. Ну, сам решай, что с машиной делать. Если доедете, все нормально, ну, может решишь оставить. Если нет, возможно. Ну, скажем так, это твое право, машина твоя, ты ее выиграл законно, как говорится, никаких претензий к тебе не будет, поэтому ты сам теперь распоряжаешься. Ну, единственное, что тебе, конечно, надо будет юридически все-таки на себя оформить. Главное, чтобы, ребята, чтобы вы доехали сами. Потому что я, если честно, у меня тоже. Ты мне обязательно напиши, когда приедете. Или даже если мало ли что-то случится, напиши. Я, потому что такой человек вообще, я, ну, переживательный, скажем так. Тем более, что дорог. Если бы тут где-то по Бресту, то я бы не переживал. А когда все-таки кусок дороги, там 300 километров, да еще вот, скажем так, на не совсем проверенной машине, конечно, я буду волноваться. Ну, ее проверим по дороге. Проверить это по дороге. Только там это, не шлифуйте там нигде. Ну, еще нормально, если кто-то там из моих подписчиков увидит, короче, две машины там где-то на трассе, красную Джету и ДОСП с поднятым капотом, значит, остановитесь и помогите, пожалуйста. Вот. Если решишь машину оставить, ты мне напиши. Если мало ли заведешь канал на Ютубе, я тебе дам толчок, короче, дам ссылку в каком-нибудь видео. Вот. И мало ли народ подпишется, если кому-то будет судьба интересна Джеки Чана. Мало ли, а вдруг ты его, блин, там доведешь до ума. Там какого-то, я тоже там смотрел какого-то блогера российского. У него тоже такая там Део, блин, он из нее такую сделал вообще, блин, там какие-то эти спойлера, какие-то бамперы занижены, такие ламбо-двери, короче, вверх поднимаются. Где-то он там, ну, далеко за Уралом там где-то. Но он на ней на выставке ездит, короче, на этой машине. С нашими зарплатами, я думаю, это невозможно сделать. Ну, да, с нашими зарплатами, да. Вот хочу поинтересоваться у подписчиков, кто смотрит канал Димы. Диски здесь, с улицами, Е30. Станут ли они на Гольф второй, ну, Джету? Я знаю, 34-й становится вылет, а здесь 30-й. Вот интересно, пролезут. Короче, диском ты применение найдешь, да, я тебя понял. Диски, походу, пойдут на Джет. Не, я думаю, что должны подойти. Знающие люди должны написать. Тоже а у тебя там какие, 14-ка тоже, да? 13-ки. А, 13-ка? Да, бублики же, железо. Литые диски, это будет шикарно. Я думаю, что должны подойти. Вот, грубо говоря, твои 13-ки сюда могут не подойти, а вот 14-ка тебе, я думаю, что должна стать. Так что,
По идее, я думаю, все должно быть нормально. Ясно? Такие дела. Не верится. Все тогда. Не верится тебе, нет, да? Не, ну сейчас сяду за руль, доеду домой. Короче, ребята, официально заявляю, следующий розыгрыш тачки будет на 50 тысяч подписчиков. Так что подписывайтесь на канал. Какая машина будет еще разыгрываться, не знаю точно. Но на 50 тысяч, в принципе, осталось немного, там уже 35 почти. На 50 тысяч разыграем еще какую-нибудь тачку. Вот, вот, да, вам еще подтверждение того, что все по-честному. Деньги, скажи, платежные какие-то? Нет, нет, нет. Я без денег приехал, только на бензин взял заправить. На бензин взял, да? Да. Все, это осталось оформить все как по легенде. Все, все, где там эти документы положил уже? Документы сложил, да. Да, вот. Все, ребята, вот смотрите, документы, договор, все как положено, никакого, никакой подставы, никакой постановы тут нету. Людей вот этих вижу первый раз, хотя это мои подписчики, но вижу их первый раз. Вот, целую неделю ждал этого момента. Ну да, то есть мы списались там, созвонились сразу после розыгрыша, чтобы человек объяснил, что там есть какие-то дела там свои, то есть приедет в конце недели. Ну, тут, собственно говоря, вчера, или позавчера ты мне написал. Вчера, что точно едет. Ну давай попробуем заведем. На неделю после розыгрыша настояла. Часики? Пускай погреется чуть-чуть. Да за гидроусилитель есть. Вот видите, знаете, у тебя гидроусилитель нет, это здесь нет. Одно, одним пальцем. Ясно, ладно. Не будем долго тянуть кота за хвост. Давай, держи. Карданцы называется. Спасибо. Поздравляю тебя еще раз. Счастливо, пожелаем счастливо доехать до Кореи. Ну, а там уже, как говорится, как будет, так будет. Ну и если что, с машиной, ну, братан, не обессудьтесь. Как говорится, говорю как есть. Косяков машины не знаю. Да, блин. Есть у кого запчасти, тоже можете там созвониться. Да, если у кого-то есть запчасти, то его пишите, Игорь. Там ссылка будет. Я ссылку под видео ставлю. Вот все, дорогие так, друзья, всем пока и всем до новых встреч. С вами был просто Дима. Пока. Пока, Джеки.